Заказали посылку с AliExpress. Сейчас посмотрим, что тут у нас пришло. Прям не дожидаясь до дома, на улице сейчас вскрываем. Я не помню, сколько это стоит. Ну, что-то так мало, 60 рублей, наверное. Не толкайте, пожалуйста, телефон. Оператора. Да. И мусор не делайте, пожалуйста. Хорошо. Она сам улетит. Так. 60 рублей вот такая штука где-то стоит. А, это штативчик. Да, это штативчик. Это для телефона штативчик. Так, сейчас посмотрим, для чего он. Это штатив, нет, это не для телефона, а для фотоаппарата. Это осьминожка, она крепится, короче. Вот теперь я буду снимать видео, и у меня не будет шататься, да? Ну, я не знаю, если мы закрепим телефон на этот штатив, потому что это для фотоаппарата. Ну, поставь, покажи, пожалуйста, нормально. Ноги гибкие, да? Да. То есть можно его на что-нибудь так закрепить, если какая-нибудь такая овальная. Ну, поставь, чтобы это люди видели. Но мы попробуем как-то ставить телефон, чтобы снимать и чтобы не шаталось. Стабилизация, чтобы стабилизация. Была. Все. Всего доброго.